Привет, интернет! Приветствую вас всех в 2021 году. Надеюсь, ваши желания уже хотя бы понемножечку начали сбываться. Начать бы это видео я хотел бы с привета блогеру Васе Попежук. Спасибо тебе огромное, Вася, за то, что упомянул обо мне на своем канале. Очень приятно. Ссылочку на его канал я оставлю в описании. Зайдите обязательно, посмотрите. Парень тоже прошел нелегкий путь к своей профессии бусяжа. Сейчас он уже перешел на следующий уровень, он уже работает на тире. Зайдите, посмотрите, обязательно, очень интересно. А также, по просьбе моих подписчиков, я решил в этом видео ответить на вопросы. Первый вопрос. Лимон. Чем вам может помочь лимон, если вы уже долгое время находитесь в пути, вам хочется спать, нет возможности остановиться и немножко отдохнуть? А надо ехать. Те, кто в дороге, те, кто работает уже. Вот маленький лайфхак, чем вам может помочь лимон. Второй вопрос. Навигация. Какую навигацию использую я? И также оставлю вам ссылочки в описании, где ее можно скачать бесплатно, без всяких регистраций, без всяких там пополните счет, скиньте на карту, дистанционно помогу установить там. Перейдете по ссылкам, там доступна информация, все написано доступным языком, что как установить на ваш девайс. И третий вопрос, это для тех, кто все же решился попробовать себя в профессии бусяж, дальнобой по Европе, с чего начать, где искать работу, где смотреть. Вот, вроде бы все сказал, ну что ж, давайте теперь все это разбирать. Итак, первый вопрос. Лимон. Чем же вам все-таки может помочь лимон в дороге? Старый дедовский способ. Многие, может, знают. Кто не знает, смотрите, запоминайте. Если вы находитесь в пути, все уже рубит вас конкретно. Хотите спать, вырубаетесь. Элементарно. Режете лимон дольками. И кладете дольку лимона под язык. Ребят, гарантированно пару часов сон снимет как рукой. Вот такой вот лайфхак. Но используйте его в том случае, если у вас нету проблем язвы, гастритов, там, либо каких-либо еще проблем с желудком, когда повышенная кислотность противопоказана. Поехали дальше. Навигация. Какую же навигацию использую я? Вот, кстати, сегодня поехал, нарвал себе еще апельсин в дорогу, потому что сегодня я уезжаю в другой город. Там, возможно, на понедельник будет заказ. Вот, поэтому я поехал, нарвал, мало ли, вдруг по дороге больше таких красивых не встретится. Теперь давайте перейдем все же к навигации. Вот вся навигация, которая установлена у меня на планшете. Основная Navitel. Sidgic, это я скачал, чтобы проверить, что оно такое. Ну и iGo скачал и разочаровался, в общем. Ну и Google карты, соответственно. Google карты, там, их я использую, когда я уже приезжаю в тот город, который мне нужно. И мне нужен более точный адрес фирмы, чтобы разгрузиться, либо загрузиться, я уже использую Google карты. Ну, давайте начнем с Navitel. Navitel у меня лицензионный. И это один из самых тяжелых навигаторов, который у меня стоит. Вот, сразу оповещает о том, что соединение со спутниками установлено. Вот такое количество спутников сейчас находится над нами. Доходит до 28. Также здесь вы видите широта, долгота, высота, на которой мы с вами находимся. И вот это, я не знаю, что это такое. Ну, кто знает, напишите в комментах. При подключении к интернету этот навигатор показывает вам погоду в том регионе, где вы находитесь. Ну, дата, время, ну и погода там, я так понимаю, на раз, два, три, четыре, и сегодняшний, на 5 дней, в общем. Дальше погнали. Что есть в настройках этого навигатора? А настроек здесь, как вы можете видеть, достаточно. Масштаб
в движении, какой масштаб вам показывают. Предпочтительный масштаб, что это такое? Это когда вы уже едете там на скоростях, там нету никаких маневров. Карта автоматически отдаляется, чтобы показать вам более обширную местность, где вы находитесь. Ну, 3D, наклон карты, это все понятно. Тут, в принципе, высшего образования не надо, чтобы это все понять. Навигация. В навигации вы устанавливаете вид транспорта, на котором передвигаетесь. Масса, осевая нагрузка, ширина, высота, длина автомобиля. Далее вы выбираете дороги, по каким передвигаться. Но зачастую, сразу говорю, отключайте платные дороги, дороги с грунтовым покрытием и избегать паромных переправ. Вот, это все платное, не дешевое, никто вам это оплачивать не будет, если нету договоренности с логистом. Поэтому отключайте. Далее, что далее? Онлайн-сервисы. Ну, здесь я особо не лазил, оно мне не надо. Что включено, то включено. Давайте перейдем к поиску адреса, к построению маршрута. Вот, как вы можете видеть, есть поиск по адресу, есть вот ближайшие. Ближайшие – это когда вам надо там какой-нибудь магазин продуктовый, там магазин техники, заправка, ну и все в таком духе. Путевые точки. Точки, которые вы выставляете, где остановились, хотите запомнить это место, ставите себе точку и потом возвращаетесь на это место. Также это вы можете сделать с истории. Вот в истории видно, где вы были, куда ездили, что искали и так далее. Любимые места, то же самое, в принципе, что и путевые точки. Поиск по координатам. Вот, пожалуйста, высота там, долгота, ширина, там все, что надо, вписывайте себе. Вот как указано, так и вписывайте. Меняйте полярность. Если вы же заезжаете в Испанию, в Португалию, то полярность здесь меняется, поэтому выставляете ее вручную. Иначе координаты не совпадут. Вот нам сегодня сказали ехать в город Порто. Вот мы набираем Порто. Результат. Вот, пожалуйста. Три варианта. 242 километра, 243 километра, 252 километра. Выбираете себе что покороче, нажимаете в путь, и вот, пожалуйста, навигатор вас ведет. Навигатор ведет в офлайн режиме. Не обязателен интернет, подключение к интернету. Главное, чтобы были загружены карты. Все. Ссылочку на этот навигатор я оставлю, но вам придется перейти на него, если мне не изменяет память, на телеграм-канал, потому что я его скачал оттуда. Вот, в принципе, с ним все. Выходим. Навигатор iGo. iGo работает в режиме обычного планшета. Я потом его покажу. Сиджик. Очень странный навигатор. Может, кому-то он нравится. Мне лично он, ну, такое. Не очень нравится. Что есть здесь? Сиджики. Ну, вот, в принципе, тоже вот, поиск там магазинов, заправок, это какие-то там бары, рестораны, вот магазины, вот отели и все такое. Вот я пробовал уже по нему ездить, мне не очень понравилось. Такое, не ахти. Поэтому особо там рассказывать за него не буду. Скачал я его, где я его скачал, ребята? Если честно, я даже не помню, где я его скачал. Ну, поэтому не обессудьте, не обижайтесь, но ссылочки на него, скорее всего, не будет. Вот, давайте перейдем в режим обычного планшета. И я покажу вам iGo. Итак, вот наш iGo. Запускаем его. И сейчас введем тот же город, в которой будем выдвигаться сегодня. Вот пункт назначения. Видите, я его даже толком не запускал. Наверное, надо выбрать. А, все, вот. Извиняюсь, вот. Выбираем
Португалия. Город Порто. Где буква Р? А? А, вот. Порто. Да что ж такое? Я не вижу ничего. А ну тыкните мне пальцем. Где буква Т? Что-то я не вижу. А, вот она. Порто. 8 результатов. А какой из них мне надо тогда? Синтра. Это, наверное, я так понимаю, районы Порто. Ну, давайте вот этот вот первый. Переход. Также выставляете длину, ширину, высоту автомобиля, оси, предельно допустимый вес, фактический вес. На повороте круто направо вот. На Рио 25 Абрель, затем в конце дороги поверните налево. Поехали. Ну вот, в принципе, вот так вот выглядит этот навигатор. Но вот он мне не нравится, честно, вот он мне вот вообще не нравится никак. Может, кому-то удобно по нему ездить, мне лично вообще никак. Не заходит. Но ссылочку на него я все равно оставлю. Может, кому-то понравится. Пожалуйста, используйте. Ну все, а Google карты умеют пользоваться, в принципе, все. Вот город Порто. Маршрут. Куда? Порту. В путь. Вот, пожалуйста, Google навигация. Направляйтесь на юго-запад. Затем поверните направо. Ну вот, видите, путь 225 километров, а поведет, ребят, такими дорогами, что ну его нафиг. Реально. Ну, в принципе, вот про навигацию больше мне добавить как бы нечего. Ссылочки, я напомню, ссылочки оставлю в описании на Vitel и iGo. Сиджик, я не помню, где я его качал, но, в принципе, он вам, по сути, не нужен. Если сильно заморочитесь, то найдете сами. А теперь про работу. Как я вообще нашел эту работу? Ну, расскажу немножко предысторию. Изначально идея возникла все так же от канала Васи Попежук месяцев 7 назад, 8. Я увидел его канал, посмотрел его видосы все, мне понравилось, заинтересовала эта работа, так как я по Украине еще, я уже упоминал в первом видео, что я по Украине тоже работал на бусе, много ездил, и эта работа мне знакома, в принципе, не спать ночами, это постоянно в дороге, оно мне все знакомо. Конечно, не такие большие расстояния, как здесь, но все же, какой-никакой опыт, но он есть. После я обратился к Васе и спросил, как устроиться к нему на фирму. Он мне сказал, что как бы, ну, на фирме у него, к сожалению, мест уже нету, но дал мне рекомендацию на фирму Феникс, вот. Она тогда еще не была такой вот, как это правильно сказать, зажравшейся, наверное, да? Ну, или не знаю, что с ними произошло, что они вот так, вот такой жесткий отбор начали. Ну, как? Я знаю, что много водителей понаехало, и вот они, чтобы не отказывать, знаете, там, они же уже выслали приглашение человеку, и чтобы не говорить ему, ой, извините, а мест нету. Они вот решили вот таким способом, как экзамены, тесты, таким способом отшивать людей. Вот. Не очень красиво с их стороны, конечно. И все же. Вот. И по итогу, когда меня эта фирма все-таки отморозила, я написал в группу BUS.UA на Фейсбуке. На Фейсбуке есть очень много групп BUS.UA украинцев, которые там делятся информацией о фирмах, которые недобросовестно там относятся к оплате труда, которые кидают на бабки, в общем. Ну, вообще различные информации, я не буду сейчас вам перечислять.
будет очень долго. Я также ссылочку на эту группу оставлю в описании. Переходите, подписывайтесь, смотрите. Много полезной информации вы найдете еще там. Много вакансий на данную должность водитель по Европе. Поэтому переходите, подписывайтесь, читайте, узнавайте, знакомьтесь там с другими водителями. Вроде бы ничего не забыл. Если забыл, напишите мне в комментариях. Отвечу уже вам в письменном виде. Напомню, что загружать видео, я загружаю их по возможности. Но так как я застрял вот в этом городе, вот нашел отель, где есть бесплатный Wi-Fi, припарковался сзади него на заднем дворе. Вот, и стою здесь и наслаждаюсь пока что бесплатным Wi-Fi. Дальше, сегодня мы выйдем, вечером уже выйдем в город Порту. Там по дороге где-то остановлюсь. Может быть, будет еще какое-то интересное место, может быть, будет еще Wi-Fi даже. Постараюсь по-быстренькому запилить вам еще какой-нибудь видосик. В принципе, все. Спасибо вам за вашу активность, опять же таки. Спасибо за комментарии, за лайки, за поддержку. Потому что многие знают, что я застрял в этом городе и застрял здесь без денег. Благодаря добросовестности моего работодателя. Ну вот, в принципе, все. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите свои комментарии, нажимайте на колокольчик два раза, переходите по всем ссылочкам. Вот, все они рабочие. Пока что, пока рабочие, переходите. Всем пока!